Весной первая школа первой отпраздновала свой юбилей. И кроме традиционных поздравлений от коллег и администрации города, самый музыкально успешный выпускник школы Иван Дорн поздравил и обещал привезти сувенир в подарок. Еще раз поздравляю тебя с праздником. Учи, твори, делись знаниями, продолжай делать все, как ты делаешь, на высшем уровне. С меня подарочки. В четверг на этой неделе мы встретились с директором школы и поинтересовались, надеялась она, что Иван сдержит обещание. Вообще мы верили, потому что он попросил после всего этого еще и список желаемых подарочков. Вот, благодаря еще и поддержке нашего выпускника Александра Хомяка. Они в одной команде работают, и он тоже наш выпускник. И благодаря Дмитрию Переднему, которые решали организационные вопросы, мы наконец-то получили обещанный подарок. У меня на столе он стоять не будет, он будет использоваться учителями. А учителя, как правило, приходят, заранее записываются, кому нужен проектор на урок, берут ноутбук, проектор и используют его на уроках. Поэтому очень приятно, это очень нужная вещь в наше время и очень активно используется на уроках и на воспитательных мероприятиях. Что ты можешь сказать будущим звездам, которые, может быть, там в этом году закончат, в следующем? Они должны выполнять свои обещания? Они должны помогать школе? Они должны выполнять свои обещания в любом моменте, в любом случае. Помогать школе, вы знаете, это уже есть признак той благодарности и все-таки, наверное, тех эмоций, которые школа оставила. Это признание и благодарность всему педагогическому коллективу. Хоть Ваня и поет свои песни. Тем не менее, где-то там все-таки чувствуется, что о школе скучает. Ну, эта песня, скажем так, он спел по нашей просьбе, и это было на выпускной, в смысле, перед выпускным, на последнем звонке, тогда это было как бы его настроение, но сейчас вот у него уже, видимо, другое такое благодарное настроение. Да, когда уже есть свои дети, когда уже смотришь на мир по-другому и понимаешь, какой это тяжелый труд. Очень приятно, что именно выпускники и именно те люди, которые достигли каких-то высот, не забывают о родных корнях, о родных людях, о родном городе. Очень приятно, Ване, еще раз спасибо. Приятно, когда обещают и делают. Но так обычно поступают настоящие мужчины. Приятно, что мы не ошиблись. И Иван Дорн оказался не только звездой, но и настоящим мужчиной. И еще, пользуясь случаем, на правах рекламы, наша школа, вы заметили, очень часто в последнее время участвует во всевозможных конкурсах. И выигрываем, и дай бог, и мы обращаемся ко всем жителям нашего города поддержать нас еще раз в нашей инициативе. Мы берем участие в конкурсе, опять же, в фонде Кличка на розыгрыш набора инвентаря спортивного. Очень надеемся на вашу поддержку. Есть информация на сайте школы, в Фейсбуке, везде. Необходимо пройти по ссылке, кто нас не поддерживал в прошлый раз, зарегистрироваться на сайте фонда Кличка, заполнив свою страничку профиля. Мы будем очень признательны, потому что спортивный инвентарь очень нужен.